В Ульяновске заработал кабинет профилактики стоматологических заболеваний у детей и подростков. В нем можно получить консультацию врача, пройти обследование, получить справки перед оформлением в школы и садики, сделать гигиеническую чистку. Расположился кабинет на Железнодорожной улице, в филиале стоматологической поликлиники номер 5. Маленькие и юные ульяновцы уже приходят на прием. Дети Натальи Кривоногих учатся правильно ухаживать за полостью рта. Они уже приучены к стоматологу, то есть ходят спокойно, без боязни, даже если какая-то и проблема. Вот теперь мы будем ходить в этот кабинет, чтобы научили детей, как правильно чистить зубы, как за ними ухаживать. Как бы они, может быть, и знают, там, что утром и вечером, но все равно. То есть я думаю, что здесь их научат более каким-то другим вещам, чтобы меньше у нас зубы болели. Для записи на прием необходимо обратиться в регистратуру стоматологического отделения номер 5 по телефону 32-66-46. Кабинет работает 6 часов в день. Нужно отметить, что профилактические мероприятия не только здесь оказываются, они оказываются в наших 11 отделениях, которые расположены по городу Ульяновску. И задается уже вопрос в социальных сетях, насколько другим можно будет прийти, записаться в этот кабинет. У нас эта доступность обеспечивается. Заботливые доктора детского кабинета учат ребят чистить зубы при помощи наглядных пособий и мультфильмов. Закрепить результаты можно на практике. В новом кабинете установлено 4 раковины для гигиенических процедур. Напомним, модернизация медучреждений входит в цели и задачи нацпроекта здравоохранения. Виктория Чиркова, Герман Баранов, Улправда ТВ.